Регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, да рапортовывал, да так зарапортовался про размакропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали, кричали турки, которые начерно обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир.